Мы вышли с нашего отеля и идем в аквапарк. Аквапарк это тоже как бы к нам относится, но нужно выйти за территорию. Это наш главный вход. Вид, конечно, тут, ребятки, потрясающий. Мы покушали в снэк-баре и в общем ресторане уже не обедали. Только потом зашли в кофейню, еще скушали мороженое. А сейчас мы пойдем испытывать горки. Тут все хвалят этот аквапарк. Тут, вот видите, это взрослые горки. И есть детская зона. Вот въезд. Тут можно и загорать. Вот они, танцоры диско. Наелись, теперь они танцуют. Под музычку раздеваются. Слушайте, а здесь тоже какие-то проходят фестивали, наверное? Да не веду, они же там, Юля остановилась, не знаю. Не знаю. Я посмотрю. А что здесь две? А что две? А она разделяется потом. Это та, которая потом вот так же заезжает? Да. Так а что, мы с вами будем ехать? Я не знаю, где они. Сейчас подождем 2 минуты. Иди сюда. Это лучше! Это лучше! Катя! Ну что же вот за девочкой? Ау! Иди сюда! Нет, иди сюда! Идите вы сюда! Катя! Нет. У вас есть круг этот? Нет! Давайте садитесь. Поехали! Опа! Ничего не видно. Видно. Вот так да. А мы в конечном итоге туда спустимся, ты понял? Это две разные, я понял. Типа та левая, это на лучу, которая вот так поднимается, а это которая... Мне уже неприятно, страшно сзади. Что делать? Сейчас мы с Мишаней садимся. И будет у нас другой экстрим. Да. То мы спустили с унитаза, теперь у нас другая горочка, другой. Это? Другой адреналин. Да. Все здесь по-другому. Ребята! Go, go, go!
темнота, друг молодежи. А здесь по-другому, смотри. Еще разок, да? Вот это горочка. У меня как на американских горках мурашки пошли. Вон они только поднимают. А недавно уже, вот они орут. А, так они опять на этой же. Погнали! Наши городцы! Ты меня сыкнул! Класс! Ты говоришь, это сыкает на пистасе! Давай! Вау! Вот это самое! Жесть! А где мы вас там наверху ждем? Пошлите! Юля, Катя, пошлите, пора! А? Нет, я с тобой хочу спуститься на это. Да, иди сюда! Будет. Жена офигевшая. Жена сопротивляется? А ну, я в унитазе проеду. Смотрите, какой видон. Вообще шикарно. Просто. Ты спрашиваешь? Я не знаю, зубы здесь есть? Да, мне надо к себе. Наши остальные пирожки. А ну, пошли. Вон они спускаются. Ну что, получше? Не выдумывайте. Не выдумывайте. Банда. Я пошел. Где Женя? Надо на вот это оранжево делать. А где Женя? За мной, да. Так а где он? А, вот он. Кабачок. Не ударил сюда? Ну да, выходить надо как-то. А они тоже на розовый? Да. А где они?
Вот они. Миша, вот он. Не то, да, Миш? Я же сказал, что у тебя была самая лучшая. Сейчас попробую эту горочку, еще не пробовал. Огонь. Сейчас, если успею, сниму, как кабачата спускаются с детьми. Не знаю, успею, не успею, но... Нету пока их здесь внизу. Вот он, первый. Юля с Мишей. Ну шо? Поинтереснее, да? Да. А где наши остальные кабачки? Доедут же, за нами должны быть. Фух, классно. Аж дыхание сперло. Это самая шикарная горка. Вот они. Что-то Катя молча едет. Не, не молча. Молча, она уснула. Катя, ты уснула, что ли? Так, блин, я не знаю. Не видно, но... Вперёд? Да. Красиво. Класс. Да! Фантастик, фантастик! А? Вот и поехала. Она вы что, понравилась? Ой, ну вот это класс. На оранжевой? Сейчас я с Евгением. Погнали! Давай, Евгений! Сейчас будет. Да. Погнали! Класс, да? Добрый день. Добрый. Добрый день. А что вы, все? Да. Заскучали? Чего, нет? Нет? Да, опять молодежь пошла. У молодежи энергии хватит на нас всех. Добрый день, девчонки. Здравствуйте. Россия. Украина. А здесь Киля? Никола. О, Черкасы. Очень приятно. Давайте знакомиться. Лена. Катя. Александр. Александр. Сейчас вы ее так надорожите. Все спины мои скорябали. Чего? Ты так ударилась? Чего? Ну, покажи. Развернитесь. Вот, а ну развернитесь с той стороны. Там она дышит, тихо. Да, ничего. Ничего такого подобного. Все хорошо. Если бы не было такими длинными размерами, как пусть, то как трепнулся костями. Здесь возле аквапарка тоже вот еще поле. Еще сцена концерта. Мы уже накатались и будем идти в номер.